Сегодня 19 июня 2016 года. Прошло ровно 2 месяца после того, как начат ремонт. Ремонт делает компания Bauman. Давайте посмотрим, что было сделано по ремонту в трехуровневом пентхаусе в Академгородке. Мы находимся на 3-м уровне. Вот здесь возведены стены из гипсокартона. По плану здесь будет прорублено отверстие для того, чтобы иметь выход на балкон. Идем дальше, смотрим. Здесь была щель, мы ее зашили. Дальше будет еще зашиваться по уровню. Вот, идем смотрим дальше. Мы арендовали вот такие строительные леса, вышкатуры. И при помощи них сделали здесь стену из гипсокартона и уже осуществили побелку потолка. В дальнейшем леса чуть опустятся вниз, и мы сделаем побелку всех стен. Вот так это все выглядит. Давайте посмотрим, как это выглядит внизу. Вот такая высота. Вот это такой интересный козел, высота 2 метра. Недавно с него упал рабочий. Такой неприятный случай произошел на объекте. На 3-м этаже появился туалет, уже выложен кафель. Вот так все это выглядит. Вот стоит раковина. Но все это пока еще не подключено. И не сделана затирка. Затирка не сделана потому, что это лучше делать после того, как будут выполнены все работы пыльные. И когда здесь будет чисто. Это делать не так долго. Так, идем дальше. Это был первый рабочий кабинет. Вот это второй рабочий кабинет. Здесь пока не сделано ничего. Идем посмотрим дальше. Здесь балкон. Здесь балкон. Вот так он выглядит. И здесь уже подготовлено место, где будет долбиться дыра. Для того, чтобы выйти вот в эту комнату. Давайте посмотрим. Вот она. Вот так выглядит отсюда. Так, пойдем дальше. Идем дальше. Так, закрываем балкон. Здесь идет терраса. Здесь ничего не поменялось. Вот она терраса. Все осталось прежним. Вторая терраса. Появился шланг вот такой интересный с водой. Подключаешь воду и можно дотягиваться до любой части террасы. Поливать цветы, смывать грязь и так далее. Шланг перекрыт. Это второй этаж, вторая терраса, где скапливается строительный мусор. Уже было вывезено, мусор вывозился 6 раз, и 8 машин с черновым материалом сюда заехало. В дальнейшем предстоит еще раза 3-4 мусор вывезти. Не знаю точно, пока сложно. Идем дальше. Спускаемся на второй уровень. Так, это выглядит следующим образом. Здесь стоят леса. Мы вот так собираемся и спускаемся. За ним камеру. Так, вот так все это выглядит. Спускаемся аккуратно, чтобы, не дай бог, не упасть. Потому что высота здесь 8 метров с чем-то. Так, смотрим, что здесь сделано. Видно, что стена здесь полностью отштукатурена. Вот, здесь тоже все отштукатурено. Это у нас постирочная с балконом. Это у нас спальня. Здесь 9-метровая ванная комната. Вот так все это выглядит. Здесь сделана разводка.
под биде, туалет, раковину, стиральную машинку. Возведен вот такой вот интересный подиум. То есть ванная будет со ступенькой. Уже закуплена сантехника. Здесь стоит ванная чугунная, 1,80 м. Вот стоит унитаз и биде. Они имеют четкую такую линию, чтобы ровно примыкать к стене, для того, чтобы не было видно вот всяких изгибов, и чтобы было просто их мыть по бокам. Идем дальше. Так, это коридор на втором этаже. Здесь комната пока готова не до конца. Две стены сделаны. Вот эта стена остается, и вот эта стена остается. Здесь по плану изначальному должна была быть ванная с окном, но ванная перенесена, а разводка здесь вот осталась. Мы подключили воду на третий этаж, подключили воду в ванную, и под каждую холодную горячую воду сделали свои кранчики. Счетчики мы поменяли на втором этаже и на первом этаже. Так, идем дальше. Для того, чтобы спуститься на первый этаж, лестницы там пока нету. По-прежнему она стоит в разобранном виде. Нам нужно красиво здесь вот. Здесь также скапливается строительный мусор. Вот так он выглядит. Идем на первый этаж. Так, ну на первом этаже получается изменений нет. Также мы видим здесь туалет. Здесь видим ламинат Quickstep. Так, заходим сюда. Здесь все выглядит вот таким образом. Здесь начата работа по штукатурке. Потом все это будет наждачной бумагой проходиться. И в дальнейшем вносится грунтовка и клеится обои. Итак, прошло ровно 2 месяца после того, как был начат ремонт. Ремонт делает компания Bauman. Смотрите мои следующие серии о том, что произойдет через очередной месяц. И о том, какие еще интересные моменты, если они будут, я тоже сниму о них ролики. Спасибо за внимание.